ну, обычно приходят те, у кого важные события в жизни происходят, или уже какой-то, ну, в течение там 10-5 лет или года вот, вот ничего не получается. Вот за что бы человек ни брался, ну, не получается. И он, это такой, ну, первый признак, наверное, то, что надо приходить. Или когда у тебя пропадает радость от жизни, когда ты перестаешь от нее кайфовать, ну, это в любом случае, это эмоциональный фон твой. И поэтому мысли надо перезагружать, эмоции надо перезагружать. А помимо радости еще, наверное, претензий, когда к миру много. Правительство виновато, там сосед виноват, там кошка стошнила там на тапок. Она виновата, из-за этого у меня ничего не получается. Это первые признаки депрессии, стресса. И вот в эти моменты, ну, нужно обращаться, наверное. Ну, я думаю, так. Первый день, мы целый день, вот мы сгружаем вот эти негативные эмоции, мы выпускаем их. И с каждым человеком, ну, скорее всего, больше работаю я уже, да, там. Там мало групповой работы, в основном это моя с человеком, с каждым. Бывает иногда, что еще кто-то подключается, потому что идут резонансы в группе. И, в общем, на это уходит целый день примерно. Второй день он идет на наполнение. Мы делаем там прощение денег, там вроде в виде медитации там. И вторая половина дня она идет на наполнение. Там все люди как бы просто посылают, знаешь, вот намерение создают, что вот я дарю тебе свою любовь. Человека в центр ставят, и вот его прям любят там минут 10. Потом меняются местами, и это вот происходит в течение 3-4 часов, ну. И человек наполняется, его прям заливает. Это, там вот второй день, да, что мне нравится, это основной навык – дарить и принимать любовь. Его главное один раз почувствовать. И все. Этого навыка мало кто получает в семье, мало, ну, вообще не получает в школе, там, в университете, в обычной жизни, на обычной работе ты этого нигде не получишь. А это именно вот за 3-4 часа ты получаешь навык вот именно отдать и принять. Потому что вопрос, ладно, отдать. Очень многие люди не могут принять. И почему-то им кажется, что они недостойны этой любви. И они прям, нет, я туда не пойду. И что-то ты не силком их заставляешь стоять и вот эти вот 10 минут. Потому что человек не привык принять себя в своем величии. У людей потом есть откаты. Оно не помогает всем 100%. Потому что если человек уперся и хочет быть несчастен, ты ему никак не поможешь. Ты его будешь за ногу тащить, и он будет сопротивляться. И таких вот в последнее время, ну, приходят люди такие. Потому что у них сам процесс вот этого поиска, им нравится, что ли, я вот это не понимаю. Бывают люди, ходят к одному, к другому психологу, там, к психотерапевту даже доходят некоторые. А потом ты, когда он приходит, ты начинаешь с ним разговаривать, а он не хочет вообще ничего делать. И ему нравится то состояние, в котором он находится. И поэтому некоторые вещи приходится, ну, как бы провоцировать через какие-то уколы, там, вот ты задеваешь его гордыню, начинаешь его вытаскивать на агрессию.